Короче, по поводу кражи яиц Магмазаров. Я решил зайти на локалочку, ну, потому что на локалочке мне будет вам проще показать, но еще я, конечно же, бессмертен. Так, ну, нам, конечно же, надо для кражи яиц, это вот эти вот блудсталкеры. Кстати, их стало спавниться что-то маловато в мире вообще. И да, всем привет, друзья. Быстрее, можно сказать. Нифига их тут в одной куче нареспалось. Только сказал то, что стало мало спавниться, их тут в одной куче, охренеть сколько вон. Ну вот пусть меня этот сейчас поймает. Короче, нужен будет сталкер для ихнего убежища. Ну вот этот 26-й может пойдет сейчас. Ну-ка, Хелена, просканируй. Что-то странно, все равно много крови сосет, смотри-ка. Хотя вроде пофиксили. Ну ладно, суть в том, то, что я его сейчас притомлю, и мы с тобой пойдем воровать яйца. Проект ArcSkills представляет Raid X5. Абсолютно никаких вайпов. 8 официальных PvP карт, сбалансированные моды для комфортной игры. PvE плагин, одна PvE карта, автодонат 24 на 7, отзывчивая и лояльная администрация. А по промокоду START вы получите 200 рублей на счет автодоната. Вся подробная информация в группе ВК. Не забудьте перейти и подписаться. Так, ну я, короче, респался на НЕ. Вот мы появились в этом вулканическом биоме. Вот такие вот у нас тут красивые существа. Что хочу сказать. Лучше всего сюда брать или хорошую полимерную броню, или это... Ну, полимерная это маскировочная. Или химзащиту лучше сюда брать. Сейчас смотрите, нам надо вон туда, в ту гору забраться. И там сейчас будет такой проходик. И через тот проходик как раз таки мы дойдем до гнезда магмозавров. Не, ну конечно, любой тут может по понтам чисто, например, пойти на гигах позачищать, попробовать. Ну, скажу так. Обычно лучше всего... Это вот пройти просто на подсталкере, избежать всех проблем, так сказать. Так, в общем, вот она, эта пещера, и она тут в середине вулкана, ее найти довольно-таки возможно, и просто потому что она тут одна. Смотрите, вот проходим сюда, да, и нам сейчас надо относительно, смотря какую мы сторону, понять, что делать. Так, я понял. У него, короче, два прохода с обеих сторон вулкана. Если мы вот с вами сейчас тут... Так, тут, кажется, это извержение будет. Вот если извержение начинается, надо отсюда текать, ребят. Надо подождать, когда рванет. Если все такое красное, значит все плохо. Так, во, вроде рвануло что-то. Одновременно хилимся и получаем урон, логично. Короче, вот оно там шарахнуло. Все никак не дошарахает. Нам надо идти туда, да. Вот запомните, если все становится слишком красным, значит скоро будет взрыв бани, так сказать. Так, ну вот оно прошло. Долго оно, конечно, шло. Сейчас вот так вот быстренько пролетаем. Магмозавры у нас стали меткими сволочами после обновление, поэтому на месте не стоим. Летим вот сюда. Блин, а что это я так... Блин, я что-то... Не, братан, не надо тебе валу. Я что-то это... На скоростях-то решил на одной паутинке полетать. И забыл, то, что у меня две надо выпускать. Так, ну ладно, залетаем сюда. Да, вон, идем вот к тем кристаллам синим. Если видите синие кристаллы, значит все верно. Так, немножко стаминки наберем.
Я, конечно, хотел вам показать это все на сервере, как мы крали, но... Увы, на сервере меня багом сожрал мой же этот... Bloodstalker, поэтому... Если что, я вам сейчас позже вставлю этот ролик. Да даже могу и сейчас... Там сзади, если чё, бьёт лук. Да, я ни на чё не намекаю. Всё, пизда. Ты б сказал по-русски то, что этот там. Я сказал, сзади идёт лук. Говорю, кровати можно ставить здесь, но здесь педрило. Что я не так сказал вообще? Тихо. Да кто меня дубасит-то все? Маг. Имей в виду, что пока горит паук, он не может... Это баг. Так, вот мы сюда и прошли. Тут надо вот вообще... Без паники, без сил вот так вот пролететь. Сокращать, так сказать. Далеко вот они впереди, да, ну а вы что думали? Так, о, лавовый голем вылез. Так, ну и вот так вот выглядит у них место, где они имеют свою кладку яиц. Вот видите, вот посмотрите вниз. Яйца у них находятся вот в таких гнездах. Летучие мыши тут также вон есть, поэтому... На жопе сидеть нельзя. Вот давайте, например, походим, поищем еще, где у них тут яйца лежат. Ну, вот сейчас вот они в основном внизу. Вот видите, у них вот такие скопления, и вон там вот вижу два яйца. Давайте попробуем. О, вот это я хорошо залетел. Он нас спалил, если что, хочу сказать. Нихера. Так, вот мы своровали яйцо, садимся в Bloodstalker'а, на нас агрится, ебать. Хочу сказать то, что для этой миссии вам просто необходим очень хороший Bloodstalker. Потому что тут случается вот такой вот зад. Так, вот я своровал яйцо, да, и теперь я отсюда текаю. Выход он тут. Не знаю, какое яйцо своровал. Сейчас мы с тобой это посмотрим. Так, ну ладно, давай посмотрим на яичко. Яичко у нас вот так вот выглядит. 50 уровень. Оно больше, чем яйцо Дрейка, а может и одинаковое, хрен знает. Ну вот, это все, что я хотел сказать о воровстве этих яиц. Ну что хочу сказать. Обзор по способностям я захотел провести именно на игровом сервере. То есть не на локалке, а там, где я играю. Так, ну, смотрите. Сейчас посмотрим, что у нас умеет. Статы вот... Он вот был 95-й, вот сейчас прокачивается он, ну, в принципе, такой себе хп у него. Не знаю, можно его использовать как танк или нет, но вообще я считаю то, что как танк его использовать можно. Так, что насчет способностей? Вот давай зажмем правую кнопку мыши. Нифига себе, вот это вот он дает. А как ты плеваться будешь? Чё-то не понимаю, как он плеваться-то будет?
Слишком далеко или чё? Так, ну ладно. А, во! Короче, на С русскую, ну так вот вокруг себя делает взрыв. А вот на вторую кнопку мыши что-то не понимаю, почему он не хочет стрелять. Короче, интересный факт, он умеет добывать камень с металлом. И при этом у него еще получается есть функция выплавки, да? Если у него есть функция выплавки, давайте тогда все сейчас вот так вот станем и вот ему вот скажем включить плавку. Вот он теперь начал плавить. Посмотрим, наплавил он там или нет. Пока не наплавил. Ждем, когда наплавит. Так, ну вот, смотрите, слиток металла есть, да, уже наплавил он один. Теперь попробуем выстрелить, да? Я потому что, кажется, понял фишку. Он, наверное, стреляет, если есть в инвентаре металл. Да. Короче, смотрите, в чем фишка. Чтобы он стрелял этим своим огненным шаром, ему надо металл в инвентарь. Просто слиток металла, и он стреляет этим огненным шаром. Кстати, посмотрите. О, видите? Слитка металла нет, он не хочет. Давайте попробуем трайка сожрать. Сожрали тройка, да. Включаем выпавку. И угадайте, что он сейчас будет жарить мясо. Классное существо, хочу сказать. Сейчас подождем. Наверняка мясо тоже жарит. Он как феникс. Ну вот, я и говорю. Сейчас, кстати, еще посмотрим, как он себя поведет в воде. Вот идем мы в воду. Короче, помучаем сейчас его. А, то есть он это за воду не принимает, да? И не стынет, да? О, нифига себе, вы только посмотрите. Офигеть. А хп тратится. Не, смотрите, хп не тратится, но так-то он остывает в воде. Поэтому имейте в виду. Кстати, также его можно размножать в лаве. То есть, если... То есть, эти существа разнополые. И ты можешь спокойно их размножать в лаве. Например, на айленде в вулкане. Ну, это к примеру. И получается, они будут размножаться именно в лаве, и яйцо, соответственно, будет тоже в лаве. Не знаю, как ты будешь доставать, но так его можно размножать. Также он умеет ломать железные постройки. Даже тековский может прокусить. Короче, это просто машина для рейда. Надеюсь, тебе понравился данный обзор. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай писать комментарии. Всем удачи и всем пока.